Могу я узнать цель вашего приезда, мистер Джонсон? Деловой визит. И чем вы занимаетесь? Охраной окружающей среды. Босс сказал, это работа для тебя. Твой босс все перепутал. Что-нибудь всегда бывает впервые. У тебя есть 30 секунд, чтобы передумать. Раз, два. Одно условие. Я тебя слушаю. Еду на своей машине. Ты меня разочаровал. Ты уволен. Не смешно. Будет смешнее, когда ты сдохнешь.